представляется в данных представительских выборах. Мне нужно поддерживать это. Знаете, нам очень сложно, потому что цель выдвижения, она бывает разная. Это может быть желание максимальным образом довести до людей некоторые позиции. Это может быть борьба с некоторыми другими кандидатами. Наконец, это, собственно, желание выиграть. Давайте смотреть правде в глаза. Состояние на сегодня обыграть Путина на президентских выборах невозможно. Поэтому, если будут другие идеи на этот счет, мы их, безусловно, обдумаем. Тут нужно сказать одну вещь. Большая часть партий, которые участвуют в выборах, они довольно странные. То есть это, например, партии вождийские. Что такое ЛДПР без Жириновского? Что такое «Справедливая Россия» без Мёрдока? Это пустое место. Некоторые партии являются удивительными. Я уже рассказывал, да, что я сидел в администрации президента немножко боролся с коррупцией. Поэтому когда мне начинают объяснять, что партия, которая претендует на то, что она борется с коррупцией, называется Касьяном, пчелы против меда, я не верю, как говорится.